инвестиционный банк Goldman Sachs и финансовая компания Fidelity переходят к использованию биткоина и начинают предоставлять услуги с криптовалютами. В начале этого месяца были раскрыты планы Goldman Sachs о запуске платформы биткоинов и торговли криптовалютой. А на этой неделе генеральный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн отметил, что он оптимистично настроен к биткоину, ведь бумажные деньги тоже когда-то считались чем-то новым.